Спонсор прогноза погоды – компания «Гарант прав». Надоело сидеть в кредитах? Вся зарплата уходит на погашение долгов? Устали выслушивать угрозы коллекторских агентств? Мы решим ваши кредитные проблемы. Компания «Гарант прав». Полный цикл работ по юридической защите. Измените свою жизнь в лучшую сторону. В пятницу в Самарской области ожидается пасмурная погода, местами осадки в виде небольшого снега. Температура воздуха в дневное время -8, -12, ночью 6-8 ниже 0. В Сызрани на небе тучи, осадки в виде снега, днем -9, ночью 7 градусов ниже 0. Ветер восточный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой снег. Днем -9 градусов, ночью -7. Юго-восточный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, вечером возможен снег. Днем -9, ночью снег и -7 градусов. Ветер восточного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное. 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 84%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.